Скина дауншип. Рафланкапан. Надо запомнить наш это. Позаимствуем Рафланкапан. Давайте быстрее смонимся и поехали. Похуй на эти бафы, блядь, у нас времени нет. А что там, разрыв будет с этого свеча? Да, сейчас поберем разрыв. Так, я вкладываю минут, хорошо? Второе ТТГ будет 25? Да. А почему Глю ролит? У него ж лаванир. Хуй знает, потому что лаванир на ранге давно. Не, ну это кринж. Бентли 500, да? Угу. Не, почему 500? 10? Нихуя, за 10 перенаск? Ну а чё, если никто не ладно, нормально, тема. Я тут при чё? Не, поставил 500, значит, тут. Ну я-то думал, Глю, как бы не посмотрел то, что у него это было, нет. Потом понял. Всё, поставил 500, ну как мужик, минус 500. Вова, давай сразу весь круг, блядь. Да, сразу весь трэш убьём. Так чё, Бентли 10 снимать, да? Да, снимай. Что я нажал? Дизарм? У меня скрин ничего снова. Пусть миликов не так много, блять. Одно радует. Это я про лаз босс, если что. Псинуть его ничего. Ну да, будет кидаться и на РДДшников, придется кому-то сбегать. Ну какую-нибудь сову поставить. По кругу, воет по кругу, чистим трэш, там люди отошли. Чтобы не ждали, не бафли, что мы бьем. Все просто на босса побежали. Че это у него за глаза? Давай еще раз обмен. Уже таргет убрал. Ребят, лучше тебя видеть, Войт. Подождите, я не слышу. Там кто-то пытается сказать что-то, блядь, но я нихуя не слышу. Боссы такие же, как десятки. Один. Дайте сказать человеку, пожалуйста, он блядь. Он спросил, я ему ответил. Войт, спасибо. Да, Славчик? Чисто хай скилл. Угу. Новый ДБМ на Синдре порадовал, кстати, хорошо работал. Там даже удар хвостом показывал прям четко. Не знаю, и старый нормально показывает. Старый не показывает пончики. Это плохо. Да, старый вообще нихуя в ТТГ не показывает, так что, ну, как бы, похуй. Да, мне показывают, только пончики не показывают.
меня адмираловки нормально работает только на двух ботах. Здесь, в принципе, является похуй. Единственное, что тут нужно из ДБМа, блять, это этот, блять, как его? На вот этой псине ебаной, когда лужи кидаются. Но это больше как для меня. Как раз меня там и не работает. Вот единственное нужное, блять, тайминг лучше ебучий. Псине, лужа, ты про метки, что ли? Нет, не про метки, а когда лужа кидается. Либо да, в РДД зона, либо в мини. Кого на... На псимус хотите начать с первой этой псимус? Ну пошли, да, ладно. Ебать, да, грать. Давай лучше легкое в конце сложно. Сейчас времени, мы сейчас времени проебем хуево. Наоборот, надо сейчас идти. Блять, определитесь. Все, ладно, идем. Пошли на собаку поясни. Гаганаш собака называется. Не, разминочку, пошли, Войт. Потому что я знаю, босса. Сейчас мы убьем тех боссов, на втором повайпаемся 15 минут, будет примерно 12 часов, вы тут начнете падать и скажете, давайте... Потом. Все понятно, блядь. Пуговская мета, да, блядь, все ясно. Тихо, читаю... тихо. Пожалуйста, тихо, блядь, хватит нахуй, не заебать. Кого еще, блядь, в миле отправить? Два человека. В этом боссе перчатки лежат, вон. Агильные. Два ханта по-любому. Друида по-любому хилер. Он тут первый раз, ему надо объяснять, что делать. 10 человек, еще 2 надо. Давай ты, наверное, Адель будешь 11-м. Это в мили зоне. И... И... Добрый, хочешь иди? Ну, шман. Давай ты это швеб, ладно, в мелизону пойдет и. И глю еще. Тяни, глю не надо. Не кастеру там не варик, вообще не похилит никто. Короче, швеб с эндертач. Первая, вторая пати плюс швеб с эндертач. Будете в мелизон. Остальные в РДД. РДД там со стороны печеньки, мили со стороны креста. Так. Теперь второе. Раз. Два. Раз, два. И. Второе пати будете бить сначала. Из миликов. Мирай, ты подождешь, короче, когда кто-нибудь там сдохнет из миликов, потом пойдешь бить. Шкаф поставь, связь. Так, короче, что по боссу? Рейндж главное держите. РДДшники особенности. Рейндж сколько тут? 10 или 12 метров? Я не 8. Помню. 10, 8. Ну, 10 метров, короче, держите рейндж РДД. Между друг другом. Метка, на кого кидается, хороним. А у нас ДПС сколько там в прошлый раз было? В прошлом рейде еще. Просто если нет, тогда, наверное, нужно сносить в любом случае. Мы не добьем тогда ее. Если больше, тогда да, можем типа просто забивать и все. Ну, у нас ШП, считай, вон 4 штуки. Они могут там в дисплее эту метку словить. Маги, глыбы. Ну, давай единственное, что шаман лок дохнет. Ну да. Ну и мы-то встать можем, если. А, ну там в хер встанешь потом. Типа там щиток надо сразу кидать. Нет. Ну ладно, первую словите. Первые метки словите, дальше. Ну. Разбегайте, держите рейндж. Те, кто в РДД зоне, вам минимально надо бегать, на вас хуйня вешается, чтобы вас не застанило. Миликом наоборот, прыгайте постоянно в той мили зоне и бегайте, потому что будете в станах. Самое главное, когда пойдут поезда, увидите такие, сначала фиолетовый, зеленый луч.
выходите с них, пожалуйста, чтобы не было конфликта, либо будет жопа полная. Все остальное увидите. Я хочу тут объяснять долго. Ну, блять, не всегда, Адель. Меня иногда пробивало под ложным выпадом. Собака, стамину дайте, хватает. Мне там, по-моему, шильдик какой-то уже. Все, а что, Адель? На исходный сталер. Тех, кого назначил, в ту сторону, тех, кого не назначил, вы. Изначально бьете сразу, потом убегаете вон туда в песчинку, кто из первой пати. Я распугу. Охуенно, на мне зеленая. Полети, ты, наверное, близко подошел. Блин. На мне зеленая. Ооо! Ну тебе не бей просто. Ну, блять, РДД нахуй. Проебались. Я хочу сдохнуть, можно? Иди постой, пока. Сейчас лужа должна быть. Лужа РДД. Бах, минус, минус все, блядь. Вот это ужас, ты можешь отойти, ты понимаешь, ты конфликты делаешь. Ты меня бегай. Бах. Двигайся, если тебе зеленый Андрей. Я хочу отойти просто, тихонько. Ты можешь не знаешь, что делать? Ну не двигайся, просто. Короче, одного танка мало. Так, сейчас поезда будут. Поезда, аккуратно, отходим случайно. Вышли случайно, не делайте конфликт. Вы уже в ней. А тут падать может. Бьем пока, пускай люди смотрят. Это весь босс. Вот то, что вы сейчас увидели. Это весь босс, больше ничего не добавляет. Если подавить, наверное, на фиолетовом, я могу спекнуться в медведя. Типа с чего вы побегать? РДД, ну я не понимаю, держите рейндж. В чем проблема? Почему вы дохнете на каждом взрыве? Там просто из лужи не выходит, когда фонтан не башит. Так выходить, она не шотает. Там стоишь просто на луже и все, не паришься. Он про вот эти лужи, наверное, которые вот зеленые, фиолетовые, сейчас надеюсь. Никто бы не умирал. Она не шотает. Смотрите, сейчас до поездов дойдем, она потом. Она не шотает, но из-за нее умирают. Первый раз тоже по фонтане. Сейчас поезда будем. Миллион лужи. Сейчас должны быть поезда, поезда. Выходим, вот с этих лучей главное выходим, чтобы не ловить конфликт. Ну тут старичи остались, очень как бы не лутали. В принципе, да, чё? Для, милик, для миликов, бля, не очень убьем, большой. Не убьём, много будет. Вот смотри, кома, 15 тысяч, даже 9 тысяч. Не убивает ну, вообще. Ну, это да, но ты же видишь, что именно во время типа этой хуйни умерло человек 10. А первый раз умерло на фонтане на вот, первом. Вот так стоят. Они фуловые были, или я хуй знает, или потом... Падайте, падайте, всё, тихо, тихо, падайте быстрее. Типа, из нее можно выйти и не лутать вообще урона никакого. Блять, ты понимаешь, что ты когда будешь выходить, нахуй, ты потом можешь настакать этот ебаный баф, и потом, блядь, тебя застанет. И потом, когда будут поезда, нахуй, ты въебешь конфликт, нахуй, потому что тебе ёбнет поезд, и положишь фул рейд, нахуй. Короче, ладно, все, блядь, пизду, я даже спорить не хочу, я просто, блядь, вас прошу, нахуй. Стойте в ебаном рендже и отходите от лучей, нахуй. Первые метки вы, блядь, которые вот кидаются, сбегаетесь, на остальные хуй забиваете, пускай сами либо сейвятся, либо дохнут. И стойте, пожалуйста, РДД нахуй, вот там вот, блядь, где я вам, блядь, поставил изначально метку, потом ее убрал, чтоб не было этой хуйни, блядь. Как сейчас на Ондру повесилась, блядь, зеленая эта хуйня. Ну сейчас на своей пану владыка ужас, потому что он стоял близко ко мне, конфликт создавал. Владыка, если на тебя кинулась фиолетовая метка, ты стоишь вот слева, где милики стоят, в этой стороне. Если зеленая, то справа стоишь, ренжу держишь.
метки не надо подходить к противоположной меткой к нам, к зелёной. Короче, у меня убедительная просьба. Так как я сама задефаться не могу, типа, если метка кидается на тех, кто не может задоджить вот эту вот фиолетовую такую галочку, вы сбегайтесь, пожалуйста. Ну, типа, я сбежалась в танк, и меня убило. Мало. Ребят, еще раз повторяю. Первое, второе пати плюс Best Priest и Undertouch, они со стороны мили-зоны, то бишь с креста. Все остальные, кого я не назвал, вы, блядь, вообще стоите, начинаете в трусах. Чтобы на вас не повесилась эта вся хуйня. Ладно, чё что там АФКшеры? Чё они, блядь, где вы? Интертач релогается. Эрза, блядь, спит нахуй. Сука. Блядь, подвиньтесь ещё туда, типа вправо, я не знаю, или в два ряда встанете. Чё так, ну... Я вообще в два ряда становится, я не знаю, чё вы в один выстрелить. Типа шашечкой так становится. Как только, блядь, дебаф, блядь, повесится, станете как шашки, нахуй, РДД. Изначально стойте дальше турсов, чтобы этой хуйни не было. Валера, блядь, ты заебал, где ты, нахуй? Это, Кирилл, вот я даже здесь стою, на меня ни разу не кидалось. Главное, чтобы половину комнаты перейти вот здесь. И все, и не будет кидаться. Просто когда людей не хватает, он кидается уже к ближнему, кто стоит в середине. Ну, там вообще... Я ебал в рот этого Эрза, нахуй. Ну, давайте без него потратим. И так времени нету, нахуй, блядь. Человек, нахуй, просто еще кидал, уходит. Сейчас рандомная метка кидат. Ну, еще одного тогда закинут. Он вылетел, сейчас зайдет, может быть, Кирилл, подожди. Еще одного надо, как минимум. Ребят, 27 минут, мы еще ни одного босса не убили. Держи в курсе. Да потому что, блядь, животные ебаные, нахуй. Один отойду, нахуй, другой еще что-то, блядь. Давайте без него. И пиздёж ваш этот лишний, нахуй, не по теме, блядь. Я такой, нахуй, я такой, блядь. Вот это не надо, то не надо, блядь. Заебала уже эта хуйня, блядь. Вырубите нахуй свою ЧСВ, блядь, и слушайте просто. Шкаф поставь, Спейси. А он бежит. Нажмите на слон. Он уже добежал к Кенни. Дайте фулбаф помогу быстрее. Рыбу хавай. Со стороны трусов там стоишь сразу, потом набираешь рейндж. Рейндж 8 метров минимум хотя бы набирайте все РДД. Потом после этих, как получите дебаф этот зеленый либо фиолетовый, выстраивайтесь в шахматном порядке, блядь. 8 метров. Если что, там слушайте, если надо будет отойти. Можете анон задавать. Все, отчет даю. Джун, убери. Скажите, когда пулять. 2, 1, пул. Не срывайте, покажу. Все время, кто с фиолетовым дебафом, находится в движении крови. Потому что кровь будет стан. Потом слабый конфликт будет хуёв. Так, лужа где-то через примерно 6 секунд должна быть. Веру. Лужа мили. А не РДВ. Ринджу держать не умеет. Сейчас, разделите со мной, мне больно будет. Сложно рейндж держать, очень сложно. В пизду. Просто в пизду. Поезда аккуратно, не... выходим случай, не ловим конфликт, блять. Вышли случай, лужи мили, пизда нахуй. Да у нас хилы нахуй, с пула сразу все почти умирают. Просто, блядь, остается глю, только он живой, нахуй, королева. Второй раз подряд.
Смотрите на свои дебафы, может мы что-то не просчитали и кидается на вас эта фиолетовая метка. Вполне возможно, и вы просто не видите, не смотрите на них. 3 миллиона 30 тысяч ебашит. По ранжу просто держите и все. Потому что 2 лужи слови, вот тебе 30 тысяч. 1 лужа 15. 2 подряд по 15, вот это 30, кстати. Бейте пока, еще есть шанс. Лужи мили. А, это блядь. Прохил мили зону. Ебать, там плохо вообще. Лужа мили в мили. Минус 2, нахуй. Там 3 лужи было, я под избанком умираю. Дартой же диспу нажмешь? Нажал. Поезда. Все, падайте. Падайте быстрее, не тяните время. Не выйдите, Гера. Гера потом не будет. РДД, наберите ебаный рейндж. Ну, блядь, станьте вы, сука, в рейндже, нахуй. Ну, в чем, ебать, ваша проблема, объясните. Можно посередине ближе подойти. Ну почему на первых ебаных лужах, блять, на первых же ебаных лужах вы умираете пятером, нахуй, РДД. Это, блять, ладно милики, нахуй. Но, сука, на РДД возьмите ебаный рейндж, нахуй. Там даже если 2 лужи, блять, на вас, блять, попадет, нахуй, а не 3, блять, это есть шанс хороший, что вы переживете, нахуй. Нет, 30 тысяч. Да, да есть там, блядь, есть там хороший шанс, если какой-то пристадится, если ДЦшника будет шилд, либо там дубовая кожа, либо еще что-то. С 2 лужами там спокойно это переживается. На самом деле, да. Типа, если прожимаешь какой-то деф, или же шилд, то 2 лужи можно. 3, нет. Да тут даже суть не в хиле, тут просто шотает людей. Тут хил по сути. Давайте фулбаф быстрее, ребят, соберитесь, не фкажьте. Давайте фулбаф. Главное этого босса убить, остальные проще немного. Владыка ужас. Все, отчет даю, по исходным ставим. Люксор. 2-1. Или толком почти не знаю. Пул ДПС знали. Сейчас лужа должна быть через 8 секунд примерно. Лужа должна сейчас быть. Лужа РДД. О, раньше набрали. Все выжили, блядь. Метки. Реслин. Милики кто-нибудь там подвидите к ним. Стан. Сейчас поезда и лужи будут. Блю бабл массакра нажимаем сразу. Бабл массакра уже нажимаем. Выходим в случае. Там. Ой, блядь. Черда. 10 метров фэш. Валера. Ай, блядь, Валера, Валера, нахуй. Конфликт 240 тысяч, нахуй. Заберете? На станк умер, блядь. Валера хуернул по всему рейду, блядь. Так на месте стоишь, когда лучи, надо увернуться, дух. Понимаешь, Валера, что ты от луча, блядь, должен отойти, нахуй. Сложная механика, но, блядь, как-то отойти надо, чтобы не ебануть по всему рейду. Да, а поезд вот этот вот. Так, такие лучи, блядь, их сложно не заметить, нахуй. С них выходить надо. Пятый раз уже, наверное, повторяю. Он не убирал от поезда, он просто агрофи сорвал. Да блять, танк умер, ты... Все, Эдик, пожалуйста. Танк умер из-за того, что он въебал конфликтом, потому что он не отошел, блять, от луча. Он и не умирает от луча, блять. Луч наносит там 1500, блять, ну ладно, 1005 урона, блять.
Он, когда, блядь, ловит фиолетовый луч, когда на нем зеленая хуйня, он хуярит конфликтом по всем, блядь. Вплотную к стене не дамажит лучи, да? Да, там Адель, ну, я не знаю, почему он молчит. Типа, он немножко по-другому тут танчит. Ну, типа, вообще, как сказать? Сейчас попробуем. Очень безопасно. Вот так, вплотную ты жмёшься. Ну, вплотную это понятно, я понимаю. Сейчас я попробую. Вообще не надо лучи ловить, вообще никакие. Ну, да. Выходите просто с ебаного луча. С первого и второго. Похуй, если на вас даже зеленая метка, блять, и вы зеленый луч ловите. Прикол в том, что он вас, блять, откидывает и замедляет, нахуй. Вы потом можете не успеть фиолетового выйти, блять. Выходите с обоих лучей, и все, блять. И не будет ебаных конфликтов, блять. Я разопонял, блять. Здесь ничего сложного нету, блядь. От лучей отойти там проще простого. Время дается, я ебал. Все, отчет даю на исходной стороне. 3, 2, 1, пул. Я ебал, мне опять зеленый дало. Еще нахуй с той комнаты выйти, блядь, сюда, блядь. Когда слайд еще из комнаты выйдешь, там туда поесть можем. Как сделать? Да? Да. За, аж за комнатой? Да. Ну типа было уже такое. Мне тут тоже надо уворачиваться. Так, сейчас лужа будет, приготовились. 5 секунд примерно. РДД. Давай. Ну может я как-то неправильно подступил. Делитесь со мной, будет больно. Сейчас поезда будут скоро. Не ловите никто луч ебаный, пожалуйста. Выйдите все с лучами. Гуглю бабу массакра. Выходим с поездов. По миликам ебало. Войда просил. Войда просил. Войда просил. Ну, уже примерно через 10 секунд. Понялся. РДД. Прохил. РДД зону. Все, сейчас просто, блядь, на кого метки кидает, хороним, блядь. Вы выбегаете просто. Не надо, блядь, метки сносить друг друга. Там две метки кидаете. Просто выносите куда-нибудь, блядь, подальше. К стене, на. Войда, держись, не уроните, пожалуйста. Сейчас лужа будет. Сейчас лужа будет, 5 секунд. Милики, блядь. Блядь, вот эту лужу кто-то тут разлил, блядь, это, конечно, пиздец. Надо Сау. Разделить. Аккуратно, подойдите аккуратно. Кто-то. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Умру. С поездов уходим. Блять, Рислин. Ой, ты умер. Короче, очень сильно почему-то Войд проседает, я не понимаю. Вы типа хильте через каких-то РДДшек, ну типа холипалы. Вы держите частицу на нем и хильте через, там, условно, кто там, бест-прист, по-моему, посередине где-то стоит. Не хватает, да, я прыгаю, я вообще, у меня там нету времени кастить. Урона лужа, блядь, наносит там просто. Блядь, было все хорошо на самом деле. Ну, у глюча-то 6 тысяч. Видать, он по дальним целям хилил или частицу перевесил, не знаю.
А, просто. Падайте быстрее, ребят, не тяните время, падайте, падайте, мне падайте. Мне кажется, что сильно ДПС не хватает. Хватает нам ДПС. Если что, когда мы его убивали последний раз, блядь, поезда были, блядь, на 74%. Тут ДПС за вначале. У нас, блядь, ДПС сейчас еще больше, чем в прошлый раз, когда мы убивали, если что, полишит. Просто конфликты. У нас поезда сейчас на 71%. Вот считай, 3% мы до поездов выиграем. Даже там 69 было. Да, я уже к этому боссу привык, в принципе. Слушай, озвучивай меликом сокрушающий, потому что они все ложатся. Открою тебе секрет. На сокрушающий удар можно даже не отбегать. Стоишь на максимальной рейнже от босса. Рейндж атаки очень большой, как на Халионе, нахуй. И сокрушающий удар до тебя не достает. Не надо впритык к нему подходить. Я вот, например, этот сокрушающий удар вообще не отхожу. Стою на максимальной рейнже и пинаю этого босса. Все. И пробел зажимаем. Все, все готовы, а чё, да? Соберитесь. Встаньте нормально, блядь, чтобы конфликта не было. Владыка, блядь, Акум, отойдите. 2, 1. Дебаф дался нормально. Раньше набрали. Посмотрите, чтоб на вас был баф зеленый или синий. Фиолетный. Вот Ондрас и Джура близко стоит. Че? Ладно. Лужа 5 секунд примерно. Милики. Стрел аккуратно отходим от поездов. Прохил. Бьем пока все нормально. Лужа 7 секунд примерно. Или лужа. Да. Лужа 10 секунд примерно. После лужи потом поезда будет. Лужа сейчас должна быть. Двигайтесь вперед. Потом шок миликов. Лужа РДД. РДД в лужу. Поезда отходим аккуратно. Владыка, ты мог точку нажать. Готовьте, сейчас лужа будет. Лужа 5 секунд примерно. Мили. Блять. Не нажалось. Тест, не стукнитесь со спейси. Бейте, пока еще есть шанс убить. По глю надо и нардать какой-нибудь.
Ондра, на тех у меня есть прожаться? К сожалению, нету. Пока. И я в могилу нахуй. Надо было хоть стылу уже вынести куда-то. Ну, прям, блядь, 10 лямов дохуя. Так в стене надо было прыгнуть, сдохнуть. Sorry. Ладно, бейте, тихо, бейте. Главное, рейндж держите, вайда держите по хп. А поезда аккуратно сейчас отходим, поезда отходим. Блять, ретрумных. Кстати, конфликты сейчас нормально не лутают. Глю, бабл, если есть, ваку, глыба, если есть. Рано, рано. Выйдите теперь с этой лужи. Рейндж держите. Ваку близко, спейси стоишь. Спейси левее сдвиньте. Не утоните конфликт только с Фейдон. Лужа РДД. Это прохиливайте, ребят. Просто прохиливайте, клан. Нельзя больше продавать черепов. Вам сейчас надо сбегаться, да? На метках. Всем дружно. Под сокур какой-то. Андертач может сам все это стоять. Сокур, по-моему. Видите, чуть-чуть. Два половины, если бабу. Прохил. Там конфликт хуярит. Или что это, блять? Ну да, это маг конфликт там хуярил. 100 тысяч нахуячил. Вакуум. Лужа сейчас будет. 5 сек примерно. Ой, ты в печеньку, наверное, не стоит. Не, поезда. Аккуратно сейчас отходим. Поеду. Сейчас лужа должна быть прям сразу. И метки должны кинуться. Блядь, вайда прохил, лужа, блять. Вайда прохил, вайда. Дайте рейд падает. Все. Блик опять ваку нахуячил. Ну как я мог его накерячить тебе? Ну тут ваку, луксор и спейси 120 тысяч. Ну я не писал абсолютно ничего. Все, тихо. Вы объясните людям, от чего лутается конфликт. Просто ты другой цвет берешь, получаешь урон от него. Ну, либо же подходишь к другому цвету. Нет, конфликт ты лутаешь только тогда, когда ты лутаешь луч на поезда. Понимаешь? Нет. Вот, допустим, нет, на тебе фиолетовый. Нет, только. Ты можешь подойти к фиолетовой метке и полутать. Да. Еще и от метки. Тоже. Если так. И от луж. Все правильно. От лучей и от метки тоже, да. Так понятно. Ну вставайте быстрее, ну. Акума реснись. Встану так. В метку ты имеешь в виду? Нельзя. Ну если разные метки. Да, с разными. Нельзя. С разными метками. Даже с одним нельзя, потому что вот под вами лужа, если спавнится, вот это зеленое или фиолетовое, то двоих шотает, если вы не без дефа. Да, поэтому я попросила бы Мирая, если ты не бьешь, типа я видела рядышком стоишь, чтобы где-то там в кустиках тусовался. Потому что я не достаю просто хилить их. Давайте быстрее рыбку кушайте, ману регенте. Лексор, ешь рыб. Ладно. Арчена пломба. 5 минут, блядь, пиздежа. Паладины, дайте баф, пожалуйста. Нажмите на ебаную кнопку. Такой босс, где можно с собой его в ночь вытянуть. Чё, отдаю? А чё, отдаю? На исходные стали. Блять. Посмотрите на дебафы, чтобы не вайпнуть. На ком фиолет в мили-зону, на ком, блядь, зеленый в РДД-зоне. На ком зеленый дебаф, двигаться мало надо, потому что будете стан получать. Из-за этого потом конфликт.
Мать, пережили на тоненьком. Переживет ли он? Нет. Сбегать с Мирая с этой меткой. Он спасает айсбаун зеленка, если что. Только что он зеленку нажал, сдох. Ну и что айсбаун нажал? Так, поезда аккуратно отходим. Бабу массакра глю, не вижу, блять. Уходите в ранжу, когда он уходит, заходите. А, ебать. Не понимаю, как, блядь, от него можно не отойти, не подписывать. Так, лужа 7 секунд примерно. Лужа миль. Нормально. Чё, он просто в прыжке станет, как ламбуля у нас поймает. Хорошо, что сейчас станет, а не во время поездов. Согласен. Так, лужа может сейчас быть через 5 секунд, либо поезда, хуй его знает. Роб. Лужа, блин. Сейчас поезда будут скоро. Поезда. Выходим с этих дней. Да нахуй-то я, блядь. О-о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 
бежал к войду, блядь. Да, опять три человека только сбежались. Блядь, хорошо шли нахуй. Ёбаный конфликт, блядь, без причёвы. Ребят, а если кто-то в миле подбегает друг к другу, то сразу станет, да? Нет, тебе, понимаешь, я в мили-зону тебе что поставил, чтобы ты просто пробел зажимал и прыгал на. Не, просто я типа тут наблюдаю, она станет на двух стаках, на двух стаках, и чуть-чуть ты еще стоишь. У меня типа один стак, ко мне подбегает милик, типа, и я сразу стану. Нет. Станет все действия, которые происходят, то есть давание блайнда этого зеленой меткой, или же стана, происходит при получении третьего стака. Но... Нет. И ничего там сбегаться, это не влияет на это никак. Давайте, ребят, резайтесь. Ну, Эрза, владыка, чё лежим, нахуй? У нас время впритык, блядь. Ну, на пол хп у миликов лучше вообще не сбегаться, сдохнуть лучше в сторонке, и все. Пол хп, босс. Да, вначале можно не сбегаться, типа, там потом уже в конце люди остаются, и там уже, когда, ну, 30-20%, тогда сбегаться лучше. Сейчас вы типа начнете сбегаться, вы повайпаете всех херам. Может реально жертвоприношение устроим? Первые пару минут. Не знаю. Вот ты говоришь, РДД мрет нахуй, я неплохо и в милике хуярю. Не только РДД, конечно, лучше, чем милики, но все же типа... Милики тоже нормально дамажат, если понимать, что делать, если миликов не дохуя. Тут все могут дамажить просто, ну как бы в глаза не долбиться, если смотреть. Да, и типа теряю ДПС много там на перепрыжках, хуишках там и так далее, но тут суть не в этом, нахуй. Каску дайте. Атаманам тоже каску. Еще раз вообще на полумахе. Давайте быстрее собрались и отошли Редж. Люксор готов? Чё отдаем? Соберитесь. Сделайте, блядь, нормально всё, но... Вот этот конфликт вообще, блядь, не нужен сейчас был. Максимально. Полечи, ты близко стоишь.
Так, лужа примерно на 5 секунд. Вот примерно. Я мили. Ну, блядь. В самый угол зажал. Без комментариев. Сейчас поезда будут. Эти лужи по 18к ебашат. Глю, бабл массакра. Все же лица умирают, собственно говоря. Ну, я не считаю миликов прорыва. Слушай, а разве не можете типа милик лечить? Ну, типа, условно, скрывало меня. Но тут скорее всего. Не, это хуйня будет. Блять, на мне залуп по нахуй, сейчас сдохну, скорее всего. Мне он помог выжнуть. И мили лужу нахуй. Пока шанс есть. Пока шанс есть, конечно, но. Ладно, посмотрим. Сейчас нужно уже сносить, наверное, что это так. Только давать не вариант уже. Лужа РДД. Прохил. Че поезда будут? Кто может вообще... Сносите, сносите, алло! Пройдите кто-нибудь там. И поезда, блять, ну все нахуй. Потому что надо сносить в середину, вы, блядь, стоите, не можете подойти. Падайте, все, не успеваете, дохуя лежит людей, все. Ну падайте, люди не понимают, не знаю. Никак, нахуй. Просто, блядь, чтобы милики переживали, нахуй, вот как, наверное. Не надо. Я сейчас... Ну мне сейчас нереально было пережить, сука, это просто забей, нахуй. Че меня вообще убило? Ну метка понятная, на нее ложны. А, и лужа ж после метки сразу прокнулась, сука. На самом деле, если мы не можем этого босса осилить, то приходится вот так, если честно. Я согласен. Вообще, ну, там типа, другие да. Цифры и другой урон вообще. Другая продолжительность боя, нахуй, в разы больше. Если мы тут не можем справиться, распределиться, ну... Конечно, хуёво. Потому что, как по мне, это вообще шпи не пуга рейд. Ну, раз повторяю, это не рейд, каждый сам за себя. Вот тебя просто может кто-то другой в могилу утянуть. И нихуя ты не сделаешь. Владыка ужас опять, пока она. Больше я не знаю, что тут еще делать. Ну, человек косячит, если он систематически это короче, делает. Короче, слышите? Но... Тормозите. Короче, людей можно попробовать БРнуть, но в нужных местах. Кто там упадет? Милик упал. Я в угол отошел. Где-нибудь тут никого нет. БРнул Вондру, допустим. Он встал, посмотрел, какую метку на нем. Ну это все только. Это только если в миле в пизду в РДД ебал я в рот. Это только если ты серый сделаешь. Больше никто на. Думаю, это нормально.